Пронести наркотики в колонию. С этим сотрудники исправительных учреждений сталкиваются достаточно часто. Каким только уловкам не прибегают родственники отбывающих наказание. Они пытаются пронести опиумные зелья внутри собственного тела, спрятать под обувью. Но недавно попытка передать наркотик для осужденного удивила даже тех, кто много лет работает в системе ГУФСИН. При досмотре бандероли, предназначавшейся для одного из заключенных 40-й колонии, были изъяты мужские трусы. На первый взгляд, обычная посылка от родственников из Москвы. Однако именно нижнее белье заставило сотрудников колонии заподозрить неладное. Мужские трусы были пропитаны каким-то веществом, предположительно являющимся наркотическим средством. В настоящее время по этому факту проводится проверка, проводится химическое исследование. После того, как будет установлен вид и размер наркотического вещества, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Если подозрения на наличие наркотика подтвердятся, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 части 1 Уголовного кодекса. Она предусматривает уголовную ответственность, в том числе и за пересылку наркотических средств. Наказание – лишение свободы на срок от 4 до 8 лет, а в случае пересылки наркотических веществ в особо крупном размере – от 5 до 12 лет.